когда уже Путин наконец-таки поймет, что Крым – это Украина. А Донбасс так тем более. Украину не победить, там воюют профессионалы. На самом деле очень тревожно, особенно когда мы узнаем об огромных поставках оружия с Европы в Украину. А еще тревожнее становится после ночных атак украинских военных. Остается лишь задать один единственный вопрос нашему великому царю. Путин, ты зачем начал войну с непобедимой Украиной, а? Вот он, Жень, вот он наш, родненький, вот он. Ой, лапочка, блядь, красавчик, блядь, наш. Наш президент, наш КГБшник, наш КГБшник. Давай мы напишем на лбу КГБ. КГБ forever, Блять, и хуй ему давай нарисуем, он же наш, хули, с яйцами волосатыми и усы. Ты чё, охуел, что ли? А чё, нормально смотри. Же? Смотри. Стереть? Ты думаешь, лишнее? Блять, извини, что-то разошелся, блять, пиздец. Давай сотрём в пизду. Роман, ты охуел, что ли, блять? Сейчас сотрём. Больше так не будем. Вчора гуляв з собакою. Як же бісять, коли тілки в Тіндері не свої фотки ставлять? Меня нічого не тривожит. Я думаю, що спеціальна воєнна операція йде по плану. Чому? Тому що, як об'явив хазяїн, денацифікація йде по плану. Фашисти їдуть туди, там їх вбивають. Демілітаризація йде по плану. Туда везут танки, пушки, там их уничтожают. Все правильно. Чем меньше в России будет фашистов и оружия, тем лучше. Так, ты все верно разумеешь. Не забудь лайкнуть и подписаться. Братимам треба твій донат. I repeat. О, братимам треба твій донат. Пройдися пішки, не спускайся із мазепою в метро. Якщо так зробить пару міст, то ми зберемо всі на дрон. Щоб решта скави не мочила, потім зранку рука. Відправ бійцям на ЗСУ портрет Івана Франка. Купа дронів – це потреба, а не просто забаганка. Не тримай в штанях Шевченка, поклади його у банку. 200 гривень на донати – це не дуже тумач. ЗСУ чекають в гості на Ларису Косач. Косач, що за мандри Україною та без сковороди? Він давно не був на сході, відправляй його туди. Щоб зібрати більшу суму задля дронів із донатів, замішай купюри гривень з президентами зі штатів. У новинах знов Вовна, це зробили наші дрони. Банка скоро буде повна, ми все ближче до мільйона. Я русская! Пошла вон отсюда, бомжара кончена! Покупайте наш хлеб болгарский, он вкуснее, чем хлеб аджарский. Вот теперь заживу без забот, большой пес мне радует рот. Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. Я знаю, вы выращиваете там огурцы, помидоры, огурчиков прижжешь? Могилизации готов! А весь мир нам завидует. Завидует, я вам точно говорю, я знаю, что я говорю. Ты закрой ебало, дебил. То, что я наблюдал в Швеции в прошлом году, когда посещал заседание СМИДа ОБСЕ, когда, извините меня за подробности, я спросил, где туалетные комнаты в перерыве, мне показали дверь с буквами WC. Я спросил, а это для дам или для джентльменов? Мне сказали, у нас все общее. Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это, ну, не по-людски. Мы с ним однажды после официального визита сюда публично прижал к стенке, насиловали посла. Меня попросили, я делал.
специальной военной операции идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Прошу вас, товарищ генерал. Слово к вам, правда, тяжелое. Но наш. Наш. Ловью под солью. Банчит из подполья. Скобеева на дозе. Тягу не вывозит. Симонян на спайсах. Наблевала в ящик. Иркин. Наш Титаник катит в айсберг. Соловью под солью. Банчит из подполья. Скобеева на дозе. Тягу не вывозит. Симонян на спайсах. Наблевала в ящик. Иркин. Наш Титаник катит в айсберг. Папин запах. Ай, вот это. Собачья, без этого не тома. Ну, это халибрация. Мала, ну що ти ламаєшся? Ходімо, покажу тобі, що таке справжній чоловік. Та давай йдем, не пручайся. Several months later. Чорну брихті не сатила мати цього року у нашім краю, бо почали легалізувати ми квітучу надію.